От лица международных молодежных проектов ТИМГУ поздравляю со всеми наступающими праздниками покорителей мира. Тех, кто преодолевает барьеры внутри себя. Тех, кто предпочитает строить мосты, а не стены. В предстоящем году нас ждет много интересных событий. Мы продолжим чествовать год Германии в России. Один из сюрпризов я приоткрою. Мы установим в Тюмени символ Германии – берлинского мишку. Мы будем принимать молодежные делегации в Тюмени и именитых гостей. Мы будем сами наносить визиты, будем участвовать во всевозможных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. Закроем год Германии, откроем год Нидерландов. Проектов хватит на всех. Merry Christmas, Neue Weihnachten, Hüwe Eulua, с Новым годом!